былайша айтқанда. Сонымен қазір бәсе Дүйсенов өзінің жылдамдығын арттырып келе жатыр. Дүйсенов қазір қоржынға медаль салуы тиіс. Әсет алға, иә, бар тілеуіміз сенде. Қоржынға екінші медаль керек. Әсет, намысты берме дейміз міне. Қараңыздаршы, 2-1 де ресейлік спортшы ол қазір өкшелеп келе жатыр. Және Әсет те барын салуда. Әсет қазір мәреге жақындады және екі ресейлік спортшы оның алдын орады. Иә, медаль бар, бастысы Әсет Дүйсенов. Универсиада ойындарының жүлдегері. Главным стартом этой зимы, безусловно, стоит считать Универсиаду. И сегодня в нашей студии мы поговорим с тем человеком, который сумел достичь большого результата. Уж точно так. У нас в гостях Әсет Дүйсенов. Это в гостях у Каспорта. Әсет, здравствуй. Здравствуйте. Да, Әсет стал серебряным призером Универсиады в серьезной борьбе. Именно об этом Әсет и стоит, безусловно, спросить в первую очередь. Какие у тебя эмоции по итогам соревнований, во-первых? Во-вторых, можно ли было замахнуться даже так, на большее? Так, ну, начнем с того, что начало Универсиады у меня началось довольно посредственно, можно так сказать. Mm-hmm. Первый старт у нас был классическим стилем, 10 километров. Ну, я показал там результат 9 место. Была задача подготовиться, проработаться и выйти на свой пик формы на следующих стартах. В общем-то, у нас как-то все сложилось, наверное, сейчас я так думаю, что удачно. И мне получилось, в принципе, добиться индивидуально в финале, в третьего, ну, заехал третьим, стал вторым. Ну, я думаю, зрители уже успели оценить, ты просто укажи, вот эта медаль, кстати говоря, одна из них была добыта Асетом в спринте. У них, по-моему, они одинаковые. Абсолютно не отличаются, абсолютно, да. А вторая была добыта в эстафете. Да. То есть наша мужская сборная, друзья, в эстафете сумела также добиться серебряной медали. Уступить только сборной России. Ну вот ты уже продолжил. Вот первые два дня вы провели вначале гонку классическим стилем, затем была, если не ошибаюсь, гонка по отставанию, да, персьют, а после уже, после небольшого перерыва, собственно, спринт. Да. Скажем так, твой звездный час. Да, так сказать, мой звездный час там настал. Но перед спиртом я довольно не чувствовал себя хорошо. Мое самочувствие было таким, можно сказать, тяжелым. Я заснул как бы поздно, где-то в час ночи, и проснулся очень рано. Не знаю, может, это от нервов так. Встал, думал, поднялся, проверил себя, там, умылся, руки дрожали. Думал, все, не знаю, что теперь будет. Ты настраивался вот именно на спринт в большей степени? Да. Ну, в Казахстане я выиграл классический спринт и думал, конечно, была надежда выступить тоже на Красноярске хорошо. Настраивал тебя тренерский штаб на это? Поэтому ты вот до этого ведь говорил, универсиада для тебя вообще, этот старт, это, скажем так, высшая ступень в твоей спортивной карьере на данный момент? Или да, нет? Универсиада это мой, да, как бы нужно было, тренер говорил, что для тебя эта универсиада должна быть как Олимпиада. Ты должен быть более собранным, более ответственным и подойти к этим стартам в хорошей форме. Вот. А что касается спринта, потому что ты говорил, что мало поспал, очень, это сколько? Это примерно около 5 часов, наверное, у меня было сна. Ты только, по-моему, перевел дух. Да. И сразу включился спринт. Какая была ситуация на финиш? Потому что мы все помним, во-первых, что ты находился в компании, если не ошибаюсь, 4 россиян. Да, было. И ты все равно, при этом, там еще и была такая драматическая концовочка, потому что ты на финиш пришел третьим, но Якимушкина дисквалифицировали. В чем была проблема? И вообще вот этот финишный отрезок ты можешь как-то вспомнить и опять прокрутить в памяти? Конечно, еще моей главной задачей я перед спринтом ставил, чтобы попасть в финал. А там уже по самочувствию решать и держаться с русскими, показать максимальный возможный результат. В финале после подъема и мы выкатились вчетвером. Я как бы попал в такую коробочку между российскими спортсменами. Но немного отсидевшего сзади, я увидел, что они начали между собой бороться, у них какая-то там командная борьба началась. И начали друг друга перекрывать, и у Якимушкина
не хватило траектории, он начал, так скажем... Подрезал, не, да? Да, не выдержал нервы и стал хватать за палку своего спортсмена. И я немного воспользовался этим преимуществом, можно так сказать, обогнал одного. Но на финише у меня уже, я был так устал. Ну, ты тревог совершил. Россияне на тебя не отвлекались, то есть они больше думали о том, как бы своего соотечественника не пропустить? Да. Ну, наверное, у них стояла задача, конечно, первое 3 места. Они предыдущие все гонки заняли весь пьедестал. И тренера им, конечно, давали такую возможность выиграть все 3 места. Но ты сейчас думаешь, мог бы замахнуться тогда? Вот я уже говорил, на золото. Можно? Да, конечно, я мог бы, если бы, может, самочувствием было бы немного получше или, не знаю. Ну, наверное, это так сложилось, может, так и к лучшему. Это исключительно то, что 4 часа ты поспал или все-таки общее какое-то функциональное состояние не дотягивало, скажем так, да? Наверное, все-таки я вышел на свой пик формы, и то, что я поспал 4-5 часов, это уже не сильно как бы влияло. Я просто вырабатывался, сделал все возможное, чтобы показать хороший результат. Ну ведь после этого был еще командный спринт, да. После этого была эстафета. Вот то, о чем еще стоит вспомнить. Вторая медаль, как-никак, скажем так, оттуда пришла, да. К Казахстану. И бежало четверо. Иван Люфт, вот, если не ошибаюсь, второй этап отрабатывал ты, после на третьем работал Гридин и на четвертом Олжас Климин. Олжас Климин, да. Как складывался этот гонка? Для начала нам тренера поставили такую задачу удержаться за россиянами, потому что они думали, что они будут устраивать свою гонку, они будут идти своим темпом, то есть у них были сильные спортсмены, которые бежали хорошо предыдущие индивидуальные гонки. Угу. И, возможно, был такой шанс, что можно было с ними вместе оторваться, если работать с ними вместе. С русскими. То есть обеспечить... У вас цель была и у тебя, и у Ивана Люфта, да. В первую очередь, то есть удержаться за россиянами. И ты еще вот до студии говорил о том, что оторваться от японцев. Да, кстати, там после чемпионата мира в Зейфельде был очень такой спортсмен, который заезжал в 20-ку сильнейших, Баба Наото. Была также задача оторваться, потому что он бежал последний этап. Было как можно... больше представить преимущество нашему Олжасу Климину, чтобы он мог уже... финишировать. Да, потому что он хороший, собственно, финишер, он, да. У него очень хорошая скорость. Мы это все знаем, тем более уже Олжас уже и на взрослом уровне весьма, весьма себя неплохо зарекомендовал. Но ведь японцы потом и вовсе даже в тройку не попали, по-моему. Да? Да. Финляндия ведь стала, да? Финляндия все-таки вначале держалась, но все-таки у японцев были там первые 2 этапа более-менее чуть похожи, чем Финляндия. И мне кажется, Финляндия все-таки хорошо тоже для себя выступила. А вот по какому принципу вас распределяют? Почему именно ты и почему именно на втором этапе эстафеты? Был тренерский совет, и они говорили, что ну, как бы, давайте использовать результаты предыдущих гонок и будем выстраивать командную тактику более выгодную для Казахстана. То есть Иван Люфт показал лучший результат в классике. Я чувствовал, что коньком я буду после спринта тяжелым, и классика мне будет намного удобнее и легче бежать. А Никита Гридин, он показал коньковый результат относительно нас всех, лучший результат. И решили, что он будет бежать 3-й этап. А Алжас, он как финишер, уже бежит проверенный финишер. В Казахстане он бежал в Алмате, универсиаду. То есть вот так, 3-й этап был один из наиболее ключевых. Ну, в общем, да. Суть в том, что у каждого, скажем так, свои были задачи. Успевал оказаться на выступлениях наших соотечественников? Потому что ты говорил о том, что у вас очень забитый график, но у нас еще и Паша Колмаков очень удачно выступил в Могуле, в параллельном Могуле. Жамбут Алдабергенов, который совсем недавно вот относительно была у нас в студии тоже, оказалось. Поддерживал ли наших соотечественников? Входил ли на другие старты? Поддерживать прям на личной и на стадионе мне не удавалось. Я смотрел повторы, видеоповторы, и только так. Нам надо было быть более собранным, и нам было подготавливаться к следующим стартам все-таки.
То есть времени на то, чтобы, к примеру, выбраться в город или погулять по Олимпийской деревне у вас не было? Погулять по Олимпийской деревне у нас было. Она была огорожена со всех сторон. Туда мог мало кто пройти извне. Uh-huh. А выйти, конечно, можно было, но у нас, у лыжников, так, как бы не было времени, ну, можно сказать, такого. Uh-huh. Ну вот 9 дней. А практически у вас были забиты в этом календаре. То есть в первый день классика, после небольшой отдых спринт, командный спринт, эстафета. И вот все завершали гонки на 15 и на 30 километров. А была ли возможность в последние дни завоевать медали? Потому что, вот, к примеру, в эстафете среди девушек мы, по-моему, стали четвертыми. Ты следил за выступлением? Да, конечно, я смотрел, за как они выступают. Но они, я думаю, показали тоже хороший результат. Я... Сделали, думаю, все возможное, что требовалось. Прежде всего, если бы они начали вместе и с россиянами отрываться, возможно, им не хватило на финише. И они выполняли свою задачу, главное, сильно не закислиться и отработать свое время. То есть вот потому гонки на 15 на 30 следовали в самом конце, соответственно, и там, ну, отдых был в 2-3 дня между эстафетой, собственно. Uh-huh. Это, в первую очередь, повлияло, потому что мы все-таки там, скажем так, ну, в кавычках, не стрельнули. Ну, я на 30 километров не заявился, я себя чувствовал после эстафеты не в форме, что ли. Uh-huh. Меня немного где-то... подхватил что-то, воспалилось горло. А вот и по сей день, да, у тебя? Да, и у меня... И поэтому меня, я лучше не стартовал, как бы, чтобы не напрягать организм, как так сказать. Угу. И мы думали, что довольно хороший результат покажет Алжас Климен. Но он так и сделал. Да, держался в группе по всей дистанции и гонке до конца. Думаю, хотели, конечно, медали, но что, в принципе, все показали все, что могли сделать. Ну а в целом, если теперь уже оценить выступление сборной Казахстана, то есть не только твое индивидуально, но и нашей вообще мужской команды, в первую очередь, по лыжным гонкам. Я могу оценить, что выступили довольно хорошо. Моя задача была поставлена и выполнена для себя, конечно. Я доволен. А в общем, конечно, пусть лучше ставят оценки тренера и тренерский штаб, там, делегация. Я считаю, что мы выступили хорошо. Как проходила подготовка? Я вот просто объясню зрителям, что мы буквально тебя забрали с аэропорта, выхватили и здесь на несколько часов к нам в студию завезли, потому что дальше тебе нужно отправляться в Щучинск. Да, если не ошибаюсь, да. Тебе? Там будет проходить 21-го чемпионат Казахстана, начнется. Должны сейчас отойти немного от дороги и восстановиться. Я немного еще после эстафеты где-то что-то проветрил и... Воспалилось горло, и вот, надо к чемпионату Казахстана подойти более-менее на хорошей форме. Там будет спринт, почти все дистанции, которые будут проводиться, там в Щучинске будет. Как настрой к чемпионату Казахстана? Потому что, ну, если вам сказали, что универсиада это практически как олимпиада, то теперь после этого мощнейшего и, наверное, такого... может быть, какой-то высшей точки тогда. Если уж, да, то опять это так воспринимать, как относиться к чемпионату, к первенству страны? Все-таки я не должен сильно, наверное, увлекаться или восхищаться такими результатами универсиады. Нужно поддерживать всегда хорошее состояние и показывать хорошие результаты всегда и во всех соревнованиях. Конечно, у меня есть и свои... ошибки, свои минусы, я должен их подтягивать все время, чтобы быть и конкурировать с ребятами, которые есть и лучше меня. Вот Юрий Михайлович Каменских, это главный тренер, да, нашей сборной. О чем он говорит тебе? Потому что, как понимаю, эти слова ты слышишь именно от специалиста, от ролевого сборного. Ну, он старается подстраивать каждый тренировочный процесс индивидуально. Это мне очень нравится, и это
он подводит хорошую подготовку. В общем, в сборную все хорошо с ним становится. А как подходит вот тогда подготовка? К примеру, к универсиаде. Как вы готовились, если не ошибаюсь, на этапе Кубка мира, ты уже сам говорил об этом, что участвовал. Ну и какие результаты в целом вот, до универсиады были? До универсиады довольно такие, можно сказать, не на высшем уровне результаты. Мы провели сбор перед Италией в Коне, этап, перед этапом Кубка мира в Болгарии. Задача стояла, чтобы просто пробежаться и проработаться, посмотреть, как бегают мировые спортсмены, как они выступают, что-то может подтянуть с ними. Ну, вот. Главное там было пробежаться и продышаться с ними. А почему именно в Болгарии? Почему сбор проходит именно в этой стране? Высокогорье, и можно там сделать хорошую подготовительную работу, чтобы в последующем, через некоторое количество дней, выйти на хороший свой уровень, на свой пик формы. Вот. А после этого, Сет, вот что теперь? После чемпионата Казахстана? И какие вообще старты еще тебе предстоят? Вот как-то мы все прыгаем. И какие амбиции по поводу этого сезона-то? По поводу этого сезона амбиции? Я буду стараться подтягивать свои слабые стороны. Ну, на чем ты в первую очередь работаешь сейчас? Сейчас я работаю, как бы, чтобы подтянуть классику. У меня классический ход по переменной, он довольно не на уровне. И мне нужно как-то быть более размашистым, подтянуть координацию, попасть в толчок. И, в общем, там много всяких мелочей, и я должен это все время отрабатывать и нарабатывать. Но самое главное, что ты, скажем так, не зацикливаешься на том достижении, которое сейчас тебе покорилось. Да, конечно. Ну, результат уже я показал довольно хороший. Но теперь надо идти дальше, шаг за шагом, показывать еще хороший результат, еще лучшее будущее. Ну, чемпионат Казахстана завершится. Да. А потом у нас... Потом, возможно, у нас будет такой восстановительный сбор проходить. Ну, или пока что отдохнем после чемпионата Казахстана. Точно пока не знаю. Это все, опять же, в таком лагере, да, вместе со всей сборной? Да, вместе со сборной. А когда ты вернешься домой? Домой? Я думаю, вернусь после... На несколько дней после чемпионата Казахстана я должен вернуться домой и побывать немного. Ты отправишься в Алмату, как я понимаю? Да. Родом, а Сет Дюсенов у нас из... Талгар. Там ты начинал заниматься вообще лыжным? Заниматься я начал в семье. Меня как бы поставила на лыжах моя мама. Она и мой личный тренер. Поддерживает меня во всех смыслах. И как бы они сейчас в Семипалатинске пока что вместе с ребятами тренируются там. Ну, вот. А как отреагировала мама, когда ее сын завоевал серебро. Вначале в спринте, а потом еще и в эстафете. Ну, поздравила, пообрадовалась. Хорошо все. Удачно все сложилось. Ну, так сдержанно все это было? Да, конечно. Я думал, просто мама может как-то отреагировать и более эмоционально что-то. Наверное, она более эмоционально отреагировала. Она просто... Мы обменились просто голосовыми сообщениями. Ну, и потом поговорили. Довольны остались, конечно. Все очень рады. То есть времени и возможностей там, на универсиаде, у тебя не было для того, чтобы там полноценно? Да, конечно. После спринта у меня была еще задача выступить хорошо на эстафете. Я должен был быть более собранным и подготовиться уже. И выступить хорошо на эстафете. Ведь бежим все-таки вместе с командой за страну. Надо более ответственно подходить к этому. Но мы надеемся, что универсиада, и уверены в том, что универсиада – это только первое большое достижение в карьере Асета Дюсенова. И, конечно же, все наши лыжники в дальнейшем будут лишь прогрессировать. До скорых встреч в эфире телеканала «Каспорт».